Выбор представленных специальностей широк: юристы, медицинские работники, дизайнеры, агрономы, режиссеры. Сотни учебных вакансий. Естественно, у нас многие анапские дети учатся именно в анапских вузах. И, наверное, пользуются этим, потому что и в медицинском колледже, и в Шолоховском университете, как бы и в РГСУ. Они ознакомятся с профессиями, по которым можно обучиться не только в городе Анапа, но и в Краснодарском крае. А также пройти профтестирование в мобильном центре занятости города Анапы. Организаторы замечают, что ярмарку вакансий учебных мест посещают не только школьники. Информацию подбирают учителя и родители. Ярмарка удобна, так как не нужно собирать информацию по всему городу и региону, решая, куда пойти учиться дальше. Вузы и СУЗы оформили стенды с наглядной агитацией. И специалисты подробно рассказывают о профессиях, условиях учебы, культурной жизни студентов, как организован быт, есть ли общежитие. В этой ярмарке приняли участие 13 высших и средних учебных заведений Анапы, Новороссийска, Краснодара. Кто-то почерпнет здесь дополнительную информацию, а кто-то определится с выбором профессии. Ну, вообще, мы многое для себя уже решили, но здесь, думаю, полезная довольно информация для тех, кто еще не решил для себя, куда будет поступать и еще не определился, что будет делать вообще в жизни. Я давно решила, еще с начала учебного года. Ну, сейчас пришла, ну, как бы нам сказали, что тут можно еще более подробно узнать. Я узнала, и я точно решила, что я пойду в медколледж. Очень будет выгодно туризмом заниматься. Вот морская учебная школа, тоже хорошо на военное поступать. А что вас больше привлекло? Мне больше военное нравится. Мне тоже больше очень военное. Военно-морское. Я собираю информацию, может быть, найду что-нибудь интересное для себя, найду профессию. А вообще вы считаете, что такие ярмарки нужны, они вам помогают? Конечно, да, очень помогают. У входа в Центр культуры «Родина», где проходила ярмарка учебных мест, прием ведет психолог. Желающие могут пройти электронное тестирование, чтобы точнее определиться, какая профессия больше подойдет ему. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.